стащил ежика в шапке, подбежал к дивану, на котором лежал папа с раскрытой газетой, и, задыхаясь от счастья, закричал: «Пап, смотри!» Папа отложил газету и осмотрел ежика. Ежик был курносый и симпатичный. Кроме того, папа поощрял любовь сына к животным. Кроме того, папа сам любил животных. «Хороший ежик», — сказал папа. «Где достал?» «Мне мальчик во дворе дал», — сказал Славик. «Подарил, значит?» — уточнил папа. «Нет, мы обменялись», — сказал Славик. «Он мне дал ежика, я ему билетик». «Какой еще билетик?» «Лотерейный», — сказал Славик и выпустил ежика на пол. «Откуда у тебя лотерейный билет?» «Я его купил». «У кого?» «У дяденьки на улице. Он много таких билетиков продавал. По 30 копеек». «Ой, пап, смотри, еж под диван полез». «Да погоди ты со своим ежиком», — нервно сказал папа и посадил Славика рядом с собой. «Как же ты мальчику отдал свой лотерейный билет?» «А вдруг этот билет что-нибудь да и выиграл?» «Он выиграл», — сказал Славик. «Что выиграл?» — тихо спросил папа, его нос покрылся капельками пота. «Холодильник», — сказал Славик и улыбнулся. «Что такое?» Папа как-то странно задрожал. «Холодильник? Что ты мелешь? Откуда ты это знаешь?» «Как откуда?» — обиделся Славик. «Я по газете проверил. Там первые циферки совпали. И остальные. Я уже умею проверять, папа. Я уже взрослый». «Взрослый?» Папа так зашипел, что еж, который вылезал из-под дивана, от страха свернулся в клубок. «Взрослый? Меняешь холодильник на ежа?» «Я подумал», — сказал Славик, — что холодильник у нас есть, а ежика нет». «Замолчи!» — закричал папа и вскочил с дивана. «Кто? Кто этот мальчик? Где он?» «Он в соседнем доме живет», — сказал Славик. «Его Сеня зовут». «Идем!» — снова закричал папа и схватил ежика голыми руками. «Идем быстро, Болтус, только бы вернуть билет. Я тебе сотню ежиков куплю». «Нет», — говорил Славик, — «не купишь. Мне Сеня еле отдал ежика». «Идем, ну, быстро». Сене было лет 8. Он стоял посреди двора и глядел на грозного папу, который держал в одной руке Славика, а в другой ежика. «Где?» — заговорил папа, надвигаясь на Сеню. «Где билет? Уголовник, возьми свою колючку и отдай билет». «У меня нет билета», — сказал Сеня и заплакал. «А что ты с ним сделал, ростовщик? Продал?» «Нет, я из него голубя сделал», — сказал Сеня и заплакал. Сказал Сеня, показывая на карниз второго этажа. Папа снял пальто и полез по водосточной трубе. Два раза папа срывался, но потом все-таки дополз до маленького бумажного желтенького голубя, который уже слегка размок от воды. Спустившись на землю и тяжело дыша, папа развернул билет и увидел, что он выпущен 2 года тому назад. «Ты его когда купил?» — спросил папа у Славика. «Еще во втором классе». «Когда проверял?» «Вчера». «Это же не тот тираж», — устало сказал папа. «Ну и что же», — сказал Славик, — «зато все циферки сходятся». Папа молча отошел в сторонку и сел на лавочку. Его сердце бешено стучало в груди. Перед глазами плыли большие оранжевые круги. Он тяжело опустил голову. «Папа», — тихо сказал Славик, подходя к отцу, — «ты не расстраивайся. Сеня все равно дает нам ежика». «Спасибо», — сказал папа. «Спасибо, Сеня». Он встал и пошел домой. Ему вдруг стало очень грустно. Он понял, что того счастливого времени уже не вернуть, когда с легким сердцем меняешь холодильник на ежа.